Итак, сейчас проверим работу камеры SQ11 мини-камеры от аккумулятора в виде видеорегистратора. Так, читаем инструкцию. Убедитесь, что вставлена рабочая карта памяти. Это есть. Присоедините камеру в выключенном состоянии к внешнему аккумулятору или зарядному устройству в прикуривателе авто с помощью штатного кабеля. Вот у нас штатный кабель. Вот такая вот фигнюшка у меня есть на прикуриватель. Вот, собственно, сама выключенная камера. Итак, вставляем. Светодиодик горит, все работает. Так, присоединяем. Присоединил. Ага, загорелся светодиод, загорелся красный. Затем несколько секунд будет гореть красный светодиод, после чего красный светодиод начнет мигать. Затем несколько секунд будет гореть красный светодиод, после чего красный светодиод начнет мигать. Это значит, что началась запись видео. Ну, как бы светодиод не мигает, а если включить зажигание... Тоже не мигает. Непонятно. Так, там у нас все горит, здесь у нас ничего не горит. Вот я нажимаю кнопку on/off, красный светодиод горит постоянно, камеры в режиме ожидания. То есть я сейчас, получается, выключил запись. Но почему у меня не мигал красный светодиод, я не знаю. То есть сейчас я камеру опять включил, и она сейчас должна записывать. Так, ну, я вот не буду ее никуда пока втыкать. Вот так вот проверим, а потом на видео мы посмотрим, что из этого получится. Так, ну, я вот... Не буду ее никуда пока втыкать. Вот так вот проверим, а потом на видео мы посмотрим, что из этого получится. Отключаем. Все, как тут написано, светодиод будет гореть постоянно красным цветом. Это значит, камера в режиме ожидания. Итак, сейчас мы проверим, насколько у нас изменился звук. Я немножко откорректировал, так сказать, динамик, разбирал, сажал его на скотч, то есть он там болтался. Сейчас мы посмотрим, изменился ли звук или нет. Музыка выключена. Так, крепим на козырек. Насколько показывал видеоролик в первой части, звук у нас был паршивенький прямо сразу же, как машина трогается. Сейчас мы это проверим. Опс. Пока едем без звука. Так, пока стоим, давайте я включу звук, посмотрим, как записан звук
пока мы стоим. Интересно, что получилось, да? Вот сейчас стоим, сейчас должно быть все в порядке. То есть и звук должен записываться, и меня должно быть слышно. А когда чуть-чуть трогаемся, на камеру наводилось какое-то прям вмешательство. Ставят уроды машины, ни хрена не видно. Сейчас я попробую подержать камеру в руках, как бы являясь прокладкой между автомобилем и камерой. Посмотрим, что от этого получится. Поможет или нет. Функцию ночной съемки, которая в прошлый раз у меня не получилась. Итак, нужно вывести камеру в режим ожидания. Нажимаем on off. Загорелся синий светодиод. Камера в режиме ожидания. Дальше. Для активации ночного режима нажмите и удержите кнопку on off в течение приблизительно 2 секунд. Красный светодиод моргнет 2 раза. Ночная подсветка активирована. Пробуем. Раз, два. Раз, два. Все, красный моргнул 2 раза, синяя подсветка означает, что камера находится в режиме ожидания с активированной ночной подсветкой. Пойдем проверять. Так, значит, здесь у нас темнота, как видим. Опа,
Смотрим на телефон, то есть датчики ночного видения, так сказать, работают. То есть на телефоне мы это можем наблюдать. Включаем. Все, свет идет, погас. Значит, сейчас камера работает в режиме ночного видения. Вот что мы видим в телефоне. Вот в зеркало, допустим, я сейчас наблюдаю, как горят 6 датчиков ночного видения. Вот абсолютно. Давайте закрою дверь. Вот теперь абсолютная темнота. Ванная комната. Вот где-то там в зеркале я. Ну, достаточно. Вот в зеркало, допустим, я сейчас наблюдаю, как горят 6 датчиков ночного видения. Отключаю. Все. Синий светодиод означает, что камера отключена и находится в режиме ожидания. Пойдем проверять. Пробуем активировать режим датчика движения. Значит, камеру нужно вывести также в режим ожидания. Для этого мы, собственно, включаем камеру. Загорелся синий светодиод. Камера находится в режиме ожидания. Читаем. Нажмите и удержите кнопку моды в течение 3 секунд. Активируется режим записи видео по датчику движения. При обнаружении движения в объективе видеозапись начнется автоматически. Красные и синие диоды будут моргать одновременно. Пробуем. Так, 3 секунды моды. Раз. 2, 3. Одновременно горит красный и синий светодиод. Здесь этого не написано. Давайте попробуем. Как бы никакой реакции, ничего не моргает. Только горит. И при этом я подозреваю, что камера пишет. Что сейчас произошло, я тоже не знаю. Что сейчас произошло, я тоже не знаю. Пишет камера, либо выключилась. Никакой реакции светодиодов, значит, датчик движения не действует, по крайней мере, у меня. Тут какая-то хрень непонятная. Я сейчас вообще пытаюсь ее отключить. То есть она даже в режим ожидания что-то не выходит. Ну вот, добился я наконец-то синего света. Сейчас камера находится в режиме ожидания. Одновременно горит красный и синий светодиоды. При этом камера, походу, уже пишет. Просто красный. Просто синий. Ничего не понимаю.
А сейчас как ты записываешь? А сейчас как ты записываешь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Итак, проверяем камеру очередной раз. Увеличил число скотча на микрофон до двух кусочков, плюс поставил ватку в виде шумодава в отверстие. Крепим. Так, на козырек. Посмотрим, что получится. Это проехали на машине. Камера в козырьке. Сейчас я попробую ее держать в руках. Снимаю крепление. Качество видео выставлять не стал, 720 пикселей. Это, конечно, заметить разницу по сравнению с прошлой записью. Так, проверю один момент. Так. Сейчас звук должен записываться хорошо. Так, громкость музыки. Долбит, не знаю, как камера это воспринимает. А теперь кладем на панель. Ну вот, погазовал немножко. Я не знаю, передалось это камере или нет, потому что почему-то звук начинает портиться именно когда машина трогается с места.
То есть прибавляем газку, начинаем ехать, и звук моментально портится. Посмотрим, что вот выйдет из этого. Немного пошпионю на мойке. Моя кроссовка моется. Мы чистенькие. Ой, как все блестит, даже зеркало приятно смотреть, а? Поехали. Наконец-то в декабре выпал снег, а то как-то совсем не по-новогоднему было. Ой, хорошо теперь. Что, поснимаем немножко? Потом докажи, что ты не прав, блин.